Ярослав был сыном великого киевского князя Владимира Святославича и полоцкой княжны Рогнеды. Еще в юности, в 987 году, отцом он был назначен ростовским князем, а в 1010 году, после смерти Вышеслава, старшего сына Владимира Святославича, Ярослав становится новгородским князем. После смерти князя Владимира началась борьба между братьями за киевский престол. Сначала Киев захватил Святополк, убив братьев князя ростовского Бориса, смоленского Глеба и древлянского Святослава. Победив Святополка, Ярославу пришлось вести борьбу с братом Мстиславом, тмутараканским князем. В этой борьбе победил Мстислав, но в 1036 году он умер. Тогда вся русская земля соединилась в руках Ярослава. Ярослав Владимирович Мудрый был женат на дочери шведского конунга Олава, Ингигерде. В древнерусских летописях упоминается два имени жены Ярослава – Ирина и Анна.